Добрый день, друзья! Меня зовут Юлия, и сегодня я познакомлю вас с рекламой и объявлениями. Прежде всего, подведем итоги конкурса среди новых участников группы Евразион ВКонтакте. С 1 по 17 октября группа любителей Евразион ТВ увеличилась на 17 человек. Один из них получит 1000 рублей в качестве приза в честь 5-летия Евразиона и 85-летия Тюменского государственного университета. Итак, сейчас с помощью генератора случайных чисел узнаем номер и имя этого счастливчика. Счастливый номер 10. Поздравляем Сергея Пяткова с удачей. А всех остальных студентов ТюмГУ и не только приглашаем присоединиться к группе Евразиона ВКонтакте для участия в новых конкурсах с новыми призами. Тюменский государственный университет, департамент информационной политики и медиахолдинг «Семерка» представляют первый фестиваль молодежных журналистских проектов «Медианавигатор». Форма заявки на конкурс на сайте www.utmn.ru. Все случится с 3 по 5 декабря. Прием заявок до 25 ноября 2015 года. Участники смогут выступить в номинациях «Лучший проект в печатных СМИ», «Лучший проект на телевидении», «Лучший радиопроект», «Лучший мультимедийный проект», «Лучший фотопроект», «Лучший литературный медиапроект» и специальная номинация «Дебют» для школьных СМИ. «Медианавигатор» — верный курс в море информации. ТюмГУ идет прием заявок на региональный конкурс студенческих научных работ. Конкурс проводится по трем направлениям – гуманитарные, естественные и технические науки. Планируется работа 19 секций. Участвовать могут студенты-очники, а также магистранты первого года обучения. Предоставить работу необходимо до 28 октября в отдел научно-технической информации по адресу улица Володарского, 6, кабинет 207. Справки по телефону 59-74-79. Хочешь сдать ЕГЭ на 100 баллов? Записывайся на подготовительные курсы в Тюменский госуниверситет уже сейчас. Срок обучения 8 месяцев. Начало занятий с 14 сентября. Мы ждем вас. Улица Ленина, 25, кабинет 108. Телефон 64-01-34. Не пропустите фестиваль актуального научного кино. Увидеть лучшие научно-популярные фильмы можно будет 5, 12, 19 и 26 ноября. Фильмы покажут на площадках Тюменского госуниверситета и города. Проект федерального масштаба поддержали более 100 вузов России. Его цель – познакомить с современным научным кино как можно больше зрителей, пробудить интерес к науке, вдохновить студентов на собственные исследования. Для показа фестиваля предлагается более 20 фильмов о жизни ученых и изобретателей, об их открытиях и исследованиях, о возможностях и угрозах, связанных с развитием науки и технологий. Страсти по частицам, бесконечность, принтер будущего, создатель, любовь и инженеры, Элис заботится, сингулярность и многие другие. Вход на показы свободный, обязательно предварительная регистрация, следите за афишей. Вниманию сотрудников и студентов ТюмГУ, поставьте прививку против гриппа вакциной «Совигрипп». Сделать это можно в медсанчасти университета по адресу улица Ленина, 23, кабинет 7. Вакцинация проводится до 1 ноября каждый вторник и четверг с 13 до 17 часов. При себе иметь полис ОМС, иногородним студентам паспорт и полис ОМС. Студентов и сотрудников университета, а также членов их семей приглашают в группы Центра оздоровительной физической культуры и ФК ТюмГУ. Выбирайте секцию: оздоровительная гимнастика для детей 4-5 лет, оздоровительная аэробика, йога, бокс, группа общей физической подготовки, тренажерный зал. Занятия в группе общей физической подготовки бесплатны. В остальных 100 рублей за посещение для студентов и сотрудников ТюмГУ. Для остальных 180 рублей. Справки по телефону 29-76-50. В Тюменском госуниверситете открылись бесплатные курсы татарского языка. Уроки ведет профессор ТюмГУ Ханиса Алишина, а также ее ученики. Занятия проходят один раз в неделю по средам с 18 часов. По окончании курсов будут выдаваться сертификаты. Желающих изучать татарский язык ждут по адресу улица Ленина, 23, кабинет 605, Центр тюркологии. Контактный телефон 8-982-984-06-91. Заказать рекламу и подать объявление вы можете по телефону 54-20-12.
Прежде чем попрощаться, приведу высказывание знаменитого американского миллиардера, владельца автомобильных заводов Генри Форда. «Если бы у меня было 4 доллара, 3 из них я бы отдал за рекламу». Всего вам доброго!